Да, ребята, все гноем закрыто. Сейчас буду все-все промывать. Так, ребята, это второй котенок. Сейчас промоем глазки второму. Глазки открыли, но все в гное. Сейчас промоем как следует еще раз. И все будет хорошо. Да, солнышко, все будет хорошо. Сейчас все промоем, все будет хорошо. Вот такой мой ребенок. Да, это третий. Сейчас будем других. Дымчатых трое, ребята. Дымчатых три ребенка. У этого ребенка глазки получше, чем у других. И черненький, который у нас шестой, у него тоже глазки получше. Но мыть все равно будем глазки. Будем глазки мыть. Глазки все равно хорошо промыли. Да, маленький? Ой, такое мое дитё красивое, да? Пойдем последнего черненького возьмем. Так, как он шипит у нас, да? Такая злая кошка, такая злая кошка у нас. Пойдем. Так, глазки промыли. Ну-ка. Хорошие глазки, да, хорошие. Все промыли. Сейчас пойдем к маме. К маме пойдем. Вот это мама. Красавица мама. Да, ползаем уже. Ползаем. Ничего. Все, глазки открылись и можно ползать. Все хорошо. Красивая девочка моя. Худющая, ребята, она такая худая, у нее прям ребра торчат. Ну что, мое солнышко, детки тебя просто все окружили, да? Окружили, мы им глазки промыли, они все проголодались сразу. Или просто все маму увидели, а? Все увидели маму сразу. Моя девочка, моя красавица. Вот такая стайка вокруг. Бози, 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 а? Да мои вы хорошие. Кто ж такую красоту выкинул? Атаковали маму сразу, да? Хорошая мама. Мама очень хорошая. Кисю-сю. Кисю-сю. Кисю. Ну вот, перекусили. Какие же все-таки они просто славные дети. Мама и дети. Это природа, ребята.